Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана свыше 40 тысяч единиц хранения, выражаясь музейным языком. И что интересно, что самый первый экспонат нашего музея за номером 1, приобретенный в 67 году, это записка, написанная Муслимом Магомаевым, певцу оперного театра Мамед Тани Багиров. Коротенькая записочка, в которой Муслим Магомаев, который тогда являлся руководителем радиокомитета, приглашал Мамед Тани Багирова прийти на запись и спеть две арии из «Шаха Исмаила» и из «Кероглы». И говорил, что о гонораре не беспокойся, договоримся, не обижу. У нас хранятся оригинальные подлинные документы, связанные с жизнью и творческой деятельностью этого выдающегося композитора и музыкально-общественного деятеля. Часть их представлена в экспозиции, а часть хранится в фонде, поскольку, к сожалению, в экспозиции мы не можем выставить всего, всех наших богатых коллекций. Не хватает места. Вот в этом разделе нашей экспозиции вы видите фотографию Муслима Магомаева и ряд материалов с ним связанных. Программы из копером «Шах Исмаил», «Наргиз». Вы видите оригинал свидетельства, выданного Муслиму Магомаеву по окончании Горийской учительской семинарии. И, как видите, все отметки в этом сертификате, в этом свидетельстве отлично. Пятерки. Весьма удовлетворительные. То есть высшие отметки. И здесь видно, что помимо предметов общеобразовательных, он обучался таким музыкальным дисциплинам, как пению, причем светскому, музыке, струнной, духовой. Также у нас в экспозиции мы видим свидетельство о рождении Муслима Магомаева, которое было оформлено в 1891 году, но свидетельствует то, что у жителя села Староатагинского Муслима Магомаева от законной его жены Самбат Газиевой родился сын Абдул-Муслим 1885 года, сентября 5 дня, о чем свидетельствует грозненский окружной кади Юсуп Абдул-Кадыров. Вот здесь мы видим письмо, заявление Муслима Магомаева, написанное Народному комиссару просвещения Кулиеву, в котором он просит выдать ему единовременную суду в 1000 рублей или же выдавать ему жалование в летние месяцы, поскольку у детей слабое здоровье, и врачи настоятельно рекомендуют переменить место, выехать в местность с сосновым лесом. Но, как мы видим, по резолюции наложенной, ввиду критического финансового положения, отклонить. То есть ему было отказано в этом. Вот этот сборник написан в 1927 году. Это сборник азербайджанских народных песен. Здесь 33 песни, записанные Муслимом Магомаевым и Узеиром Гаджибековым. Это первый крупный сборник
народных песен, потому что до этого имел место только один сборник 24 года, записанный профессором Борисом Карагичевым и изданный в издательстве, которым руководила Шавкет Мамедова. Там было всего 8 песен, а этот сборник гораздо полнее. Помимо этих экспонатов у нас также есть рояль, принадлежавший Муслиму Магомаеву фирмы братьев Дидерикс. И вот на рояль мы уже положили вытащенные из фондов материалы, которые сейчас мы вам продемонстрируем. Часть имеющихся в музее фотографий, это копии с тех материалов, которые у нас хранятся, чтобы лишний раз не травмировать оригиналы. Но есть, конечно, и фотографии, которые сами по себе копии, оригинала может у нас и не быть. Мы видим фотографии Муслима Магомаева труппой оперного театра, в кругу семьи, с товарищами по работе. Сцены из оперных спектаклей. Мы видим таких выдающихся деятелей азербайджанского театра, как Агигет Рзаеву, Хуршут Каджар, Калантарлы, Тахмасип, конечно, Шавкет Мамедову, Франгиз Ахмедову и многих других, которые выступали в операх «Шах Исмаил» и «Наргиз». На многих фотографиях, в частности вот на этой, мы видим, что рядом с Муслимом Магомаевым сидит Курбан Примов. Почему я обратила внимание именно на этого выдающегося тариста? Потому что с Муслимом Магомаевым его связывала искренняя дружба, о чем свидетельствуют письма, хранящиеся в музее. Письма писал Муслим Магомаев Курбану Примову, находясь на лечении в Кисловодске и Сухуми. У нас оригиналы этих писем, в частности. Вот. Конверт. Мы видим, как тепло пишет Муслим Магомаев своему другу Курбану Примову. А вот фотография 36 года на память дорогому Курбану от Муслима. Эти письма, эта фотография и много других экспонатов к нам попали с материалами архива Курбана Примова. Так что у нас Муслим Магомаев, фотографии, касающиеся его, документы, касающиеся его, представлены в разных архивах. Могут быть найдены в архивах деятелей театра, музыкантов, игравших в театре, оперных певцов. И все они, конечно, очень интересные документы нашей музыкальной истории. Вот это очень и очень интересные исторический документ. Это доверенность, которую
подписал Узир Гаджибеков. Текст следующий. Милостивый государь Абдул-Муслим Магометович, настоящую доверенностью уполномочиваю вас иметь представительство по эксплуатации принадлежащих мне музыкальных произведений, для чего доверяю вам входить в соглашение с частными лицами, разными обществами и компаниями по эксплуатации моих произведений, заключать на этот предмет на условиях и за цену разного рода договоры по вашему усмотрению, получать за пользование моими произведениями деньги и вообще по этому делу заменить меня, где нужно будет за меня расписываться и исполнять все формальности, требуемые законом. Что вы законно исполните, я вам верю и прикословить не буду. Доверенность эта принадлежит Абдул-Муслиму Магометовичу Магомаеву. Подпись. Житель города Шуши Елизаветпольской губернии Узирбек Гаджибеков. Доверенность, как вы видите, заверена нотариусом, значит, московским нотариусом Сергеем Викторовичем Эггерсом, в конторе которого в Тверской части второго участка по Театральной площади в доме Патрикеевых лично мне неизвестным, как пишет нотариус, к совершению актов, имеющим законную правоспособность, давшим мне в том подписку жителям города Шуши Елизаветпольской губернии Узиром Бек Абдулом Гусейн Бек-Оглы Гаджибековым, предъявившим в удостоверение своей личности паспортную книжку, выданную ему на 5 лет приставом 4-го участка города Баку 14 июня 1912 года, живущим в Москве, басманной части 2-го участка в доме номер 19, была, значит, составлена эта доверенность. Помимо этой доверенности, у нас есть подлинные письма из Горийской семинарии, ответы на запросы, сделанные окончившим курс на Кавказской учительской семинарии Магомаевым Абдул-Муслимом. И мы видим, что с вниманием относились к его запросам, к его просьбе работать на Северном Кавказе. И директор училища, семинарии пишет, что вы были первым учеником. Вот, даже подчеркнуто. Поэтому и особенно во внимание к тому, что вы окончили курс в уверенной мне семинарии первым, то есть самые лучшие результаты по окончании семинарии показал Муслим Магомаев. Я прошу вас уведомить меня в самом непродолжительном времени, не подыскали ли вы другого для себя какого-либо места на своей родине или вообще в Тверской области, чтобы я знал, о чем просить господина директора народных училищ Тверской области, то есть о предоставлении вам какого именно места. Здесь мы видим также, помимо этих документов, также и документ, который написан Муслимом Магомаевым и опекуном над имуществом Мирзы Абдул-Кадыра Исмаилзаде, то есть автора либретто к опере «Шах Исмаил». Мирза Кули Гасанов был назначен опекуном над сиротой Мирзы Абдул-Кадыра Исмаилзаде. Здесь автограф Муслима Магомаева. Документ датирован сентябрем
1915 года. А вот этот документ, составленный собственноручно Муслимом Магомедовичем, фактически дублирует трудовую книжку, потому что здесь написано, когда, где он трудился, ну, начинается с рождения, а потом все места его работы, и когда он был уволен до 30-го года. До 30-го года он вел вот такой журнал своей трудовой деятельности. Последняя запись от 30-го года, когда он был освобожден от занимаемой должности музыкального руководителя восточных передач Пакинского радиоцентра, согласно заявлению. Вот свидетельство о смерти Муслима Магомаева, которое наступило в городе Нальчик по причине туберкулеза легких в возрасте 52 лет.